Доброе утро. 6 февраля, город Николаев. Нас наконец-то засыпает снегом. Хоть ненадолго, потому что сегодня 6 февраля, вторник, а на четверг уже обещают дожди плюс 6. Ну тоже. Почему я знал, что сегодня будет снег, а городские службы нет? Вот как чистят наши дороги. Я вчера знал, посмотрел прогноз. Знал, что ночью начнется снег и сегодня днем. Почему городские службы ни хера не чистят? Снежочек сыпет. Конечно, сейчас уже не так, а буквально полчаса назад был очень крупный снег хлопьями. Сыпало хорошо. Хорошо, хоть ветра нету. Заодно сейчас пройдет тест. Чехол на экшн-камеру. Ну, чехол. Из поролона вырезал сам чехольчик. Типа ветрозащита. Смотрим, как он сработает. Ну, пока ветра сильно все равно нету. Поэтому должно быть слышно хорошо. Так, утро шикарное. Ну, уже выходил из дома, было сначала 0, потом плюс 1. Так что думаю, к сожалению, снег долго не пролежит. Завтра плюс 5. Ну, а послезавтра вы уже слышали плюс 6 и дождь. Я думаю, навряд ли что-то поменяется по прогнозу. Потому что я смотрю на одном ресурсе, Weather Underground сайт, есть мобильное приложение, прогноз, ну, в 90% правдивый, потому что они берут данные с метеоточек, которые установлены в городах. У нас есть аэропорт, там тоже есть метеостанция, там плюс и давление, и ветер, направление ветра показывает. Ну и по осадкам редко обманывают. Так, погодка, ух, красота. Прогуляемся на работу, подышим свежим воздухом. Сейчас иду, конечно, через частный сектор тут. Ну, большинство печное отопление и пахнет дровами палеными. Какая красота. Если хотя бы такая походка подольше бы держалась. Ну вот, каждый оставлен сам на себя, каждый чистит себе и не более. Конечно, тоже хочу жить в своем доме с кусочком земли, но может быть когда-то в будущем. Ну, спасибо, до свидания.